Традиционный праздник «День оленевода» отметили в Южной Якутии. Один из главных северных праздников славится захватывающими спортивными состязаниями и яркой культурной программой. Об этом в сюжете наших корреспондентов. Начало весны у всех нерюнгринцев ассоциируется с национальным колоритным праздником. День оленевода традиционно проходит в первых числах марта. Праздничная программа удалась на славу. И с погодой гостям праздника повезло. В день проведения мероприятия утром стоял 35-градусный мороз. Но днем температура повысилась до минус 20 градусов. И ослепительное мартовское солнце сияло на бездонном синем небе. Все оленеводы заняты. Кто на охоте, кто оленей смотрит. А в марте вот свободное время есть, вот все собираются, справляются. Для кого же проводится День оленевода? Конечно, в первую очередь для населения, ведущего традиционный образ жизни. В этот день чествуются люди, которые остались верны своим предкам, продолжают жить в тайге, перемещаясь с одного пастбища на другое. Ну и, конечно, праздник интересен всем нам, городским жителям, которым интересен местный национальный колорит. Этот праздник помогает присоединиться к такой необычной культуре ивентов. То есть отойти от цивилизации, от интернета, от телевидения, от всего. Побывать в таком, вот, по сути дела, первобытном таком мире. Это уже стал как бы наш чуть ли не родной якутский праздник. Вот. Он заряжает нас энергией, вот, дает много позитива. Поесть шашлыка, покататься на оленях, поучаствовать в спортивных состязаниях. В общем, провести время с пользой для здоровья, так скажем. В этот день со всех отдаленных стойбищ съезжаются именитые оленеводы с самыми быстрыми упряжками и традиционно устраивают гонки на оленях. Все желающие также могут поучаствовать в состязаниях по национальным видам спорта – борьбе хапсагай, перетягиванию палки. Также проходит дегустация традиционной кухни, работают чумные выставки, идет торговля продуктами и национальной одеждой. Это веселый, светлый и по-настоящему весенний праздник. Здесь можно узнать традиции коренных народов и ярко и запоминающиеся провести свои выходные. Екатерина Павлова, Сергей Козюра, Нерюнгри.